Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Тебя, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Святейшем патриархе Алексии, и о Господине Отце нашем, блаженнейшем митрополите Владимире, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Владимире, и все во Христе братья наши. Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властях и воинстве я, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.